И вот мы добрались до Калпити. Пляж Велайманнар. Сюда приезжают обычно серферы, кайт-серферы. Удивительно, но волна, как в обычном море, совсем не похожа на Индийский океан. Пляж абсолютно купательный, мелкий. Лена в заплыве. Вот так. Вот. Много разбитых кораллов и ракушняка. И длина пляжа очень большая. Людей, как всегда, масса. Толпы просто. Здесь такой перешеек, коса, за ней сразу залив. Большой залив. Ветровые электростанции стоят. Хороший пляж. Перешли через косу. Она шириной буквально вот 20 метров. И здесь залив. Залив. Здесь много рыбацких хибар. Такое заливище. Вот там, где там мы живем, на той стороне берега. У нас ветряки солнечные и ослики пасущиеся, дикие ослы. Они прямо нас испугались, когда мы подходили. Сейчас ширина косы. Возвращаюсь опять к пляжу. И вот уже океан. Вот такое вот зрелище.